Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодняшнее видео – это как раз рассказ о товарах, которые и создают нам хорошее настроение и комфорт. Поэтому наливайте себе чаек, кофеек, и я расскажу вам о новом интернет-магазине, который называется «Дом Трик». Это не просто интернет-магазин, это интернет-магазин, в котором продается продукция собственного производства. «Дом Трик» – это швейное предприятие, которое находится в городе Иваново. Еще в дореволюционной России мы все знаем, что Иваново славилось трикотажем. Там было много производственных мощностей именно в трикотажной промышленности. Поэтому отсюда и пошло поверье, что Иваново – это город невест. Конечно же, на этих предприятиях, фабриках и заводах в основном работали и работают женщины. Итак, интернет-магазин «Дом Трик» – это товары собственного производства, то есть от производителя. Отсюда и хорошая цена, и, конечно же, качество. А качеством я просто удивлена, потрясена. Если честно, я не ожидала. И в этой посылочке, в этом видео, я все заказала, практически все, для своих детей, дочурки и сынули. И сегодня ко мне приехала дочь, что тоже радостно для меня. Это не часто бывает, потому что все мы заняты, все мы работаем. И сегодня Анечка продемонстрирует то, что я получила в посылке. Так что, кому интересно, пожалуйста, оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, что же я заказала? А я заказала вот такой прекраснейший комплект постельного белья для детей. Ну, вы посмотрите, узор Шанель меня преследует. Просто преследует этот узор меня. Даже в постельном белье именно почему-то такое белье я выбрала. Посмотрите, какая красота. Конечно же, все оденем, все посмотрим на швы, на качество. Все это покажу в более светлом, на светлом фоне. А дальше. Давайте, наверное, коль пошли по розовому. Вот такая толстовочка Анечка выбрала для себя. Толстовка черная для сына. Такое же черное термобелье, состоящее из брюк и, как это назвать, водолазка, не водолазка. Тоже все посмотрим. Вот такой халатик для Анечки. Просто прелесть прелестная. Очень модный принт. По-моему, он никогда не выходит из моды, этот леопардовый принт. Ну, а для себя любимой и для вас я заказала вот такую котейку. Представляете? Это льняное вафельное полотенце. Льняное или хлопковое. Но я заказывала это полотенце не как полотенце, а я заказывала это полотенце как фон для своих роликов или роликов для вас. Посмотрите, какая прелесть. В этом полотенце, наверное, вся моя любовь. Здесь сразу соединились две мои любви. Это кошки и вязание. Вы посмотрите, какой здесь принт. Потом в полный размер покажу. Но я просто не могла пройти мимо и заказала это полотенце. 150 рублей я почему-то... Помню эту цену, не помню ничего, что сколько стоит, об этом немножко позже. Но вот это полотенце 150 рублей. Вы посмотрите, какой узор 3D. Просто прелесть прелестная. Итак, дорогие друзья, волшебное полотенце. Ведь у него столько назначений. Я его заказала себе не как полотенце. Я заказала эту вещь как фон для моих видеороликов. Ну и, конечно, роликов для вас. Поэтому, блогеры, я знаю, что вы меня смотрите, присмотритесь к этому полотенцу за 150 рублей.
Посмотрите, какая красота. Натурпродукт, вафельное полотенце. Какой красивый у меня будет фотофон. Какие теперь ролики у меня будут. Какие, сколько подписчиков наберут эти ролики. Друзья, 150 рублей. Это, наверное, самый хороший, самый лучший товар из этой посылки. Потому что этот товар для меня и этот товар косвенно для вас. Это класс. Итак, давайте поближе рассмотрим то, что я получила в заказе. Очень классная толстовка. Толстовка называется... Сейчас буду подсматривать. Вирджиния розовый. Вот такое название у толстовки. Значит, материал здесь футер трехслойный, трехниточный, с начесом. Вы посмотрите на эту прелесть. Это очень теплая, очень мягкая и комфортная вещь. Но... Есть одно но. Заказывайте на размер больше, а то и на 2. Вот эта толстовочка 46 размера. Дочь у меня носит 44. И она на нее ну просто как влетает. Даже если бы был размер 48, наверное, было бы лучше. Поэтому учтите это при заказе. Толстовка просто класснючая. Сейчас скажу о цене. Цена 898 рублей. Ну, давайте округлим. 900 рублей. Есть капюшон. Настолько качественные швы. Вот я когда открыла эту толстовку, я просто была, ну, очень удивлена. Вы посмотрите на эту нежность, нежную. Теплая. Утепляемся. Зима идет. Значит, здесь у нас резиночка. Трикотажная. Швы все очень хорошо прошито. Вот посмотрите, здесь какой интересный шов. Все очень ровненько. В общем, я приятно удивлена. За 900 рублей я думаю, что это прекрасная толстовка. И пока есть размеры, вот начиная от 44-го. Не все размеры есть на все товары, я имею в виду те, что я заказала, поэтому спешите. Я думаю, что очень класснючая вещь. Дочь довольна. Ну, сейчас пройдемся по всем товарам и потом покажем, продемонстрируем, как это будет смотреться на ней. 900 рублей. Дальше у нас идет вот такой прекрасный халат. Халат на молнии. Сейчас я посмотрю, как работает молния. Если честно, я даже его не расстегивала. Халат называется Барс. Махра здесь, ну, такая очень-очень короткая. Мне понравилась расцветка. И, ну, тактильно это классно. Значит, здесь есть вот такие карманчики. Все швы тоже хорошо заделаны. Или прострочены. Разъемная молния. Молния, по-моему, пластмассовая. Здесь тоже есть капюшон. Размер этот 48. И очень хорошо, что я заказала 48 размер. Вот на 2 размера получается. Но халат вообще, он как бы халат, да? Он должен быть свободным. Анечка еще говорила, давай, наверное, будет большой, потому что этот халат от 48 размера шел. Я говорю, ничего большое не будет. Ну вот сейчас покажу вам и продемонстрируем, как он смотрится на дочери. Вот вы видите, пожалуйста, все швы. Нигде не торчат нитки. Классный. Для зимы. Тепленький, легкий. 48 размер. Махра. Вот вы видите, халат Барс. Там, кстати, есть и другие расцветки. Поэтому посмотрите. Состав сырья хлопок. 20% ПЭ. Август 2020 года. То есть... Свеженькая продукция. Да, друзья,
все товары, все шли вот в таких вот пластиковых пакетах фирменных. Каждый товар был упакован вот в такой пластиковый пакет. Здесь есть вот все номера магазинов. Кстати, вот этот номер 8800. 550 95 35 бесплатный по всей России, так что вы можете позвонить и узнать. И, конечно же, сделано в России. В общем, этот интернет-магазин торгует только своей продукцией, созданной на своем швейном производстве. Еще меня очень порадовало то, что посылочка ушла ко мне в пятницу. Пятницу в 16:00, по-моему, я смотрела, когда следила за заказом. И пришла в понедельник вечером. То есть вот вчера я ее получила. 3 дня шел заказ. Значит, четверг я заказала, а в пятницу мне уже отправили этот заказ. Просто потрясающе. Ну вот фирменная. Дом Трик. Дом Трик — это... Дом трикотажа. Это я так расшифровала. Так что если будете заказывать, то заказывайте, если халат, то на 2 размера больше. И будет вам счастье. За кадром я расстегнула молнию. Все прекрасно работает. Смотрите, какой интересный декоративный элемент на молнии. Вот мелочи, приятно. Вот так вот выглядит халатик. С изнанки можете просмотреть сейчас все швы, как пришита молния. Качество просто на высоте. Я говорю, я очень-очень довольна качеством продукции. Ну и еще больше греет душу это то, что у нас в нашей стране, что это родное, развиваются свои производства. И вот эта мысль вообще греет душу. Я думаю, что у нас есть все, и мы просто обязаны и должны поднимать собственное производство. Дом Трик, вперед! Ну а теперь продукция для сына. Это термобелье. Оно хлопковое, очень хорошего качества. Вы посмотрите на эту строчку. Здесь тот же начес. Будет очень тепло. Я заказала 46 размер, но думаю, что он, наверное, на 44. И очень хорошо, что не было в наличии 44 размера. То есть это белье на размер больше нужно заказывать. Вот такая резинка. Конечно же, сын не приехал, сын работает, и я не смогу продемонстрировать, как это сидит, но думаю, что ему подойдет. Но вот этот начес, посмотрите, очень, думаю, будет тепло и комфортно. Это вот кофточка и вот такие трико. Классные, просто классные. Вот такая резиночка. Напомню, что это 46 размер. Я думаю, что где-то на 44-й нужная прорезь. Достаточно, но я бы не сказала, средняя посадка, наверное. Средняя посадка по глубине. И вот такие вот, такой низ с резиночкой, тоже трикотажная. Сейчас посмотрим на этикетку. Что здесь нам пишут? Ну вот, 46 размер, футер начес, все сделано по ГОСТу, состав сырья 100% хлопок, октябрь 2019 года. Да, сейчас посмотрим, сколько оно стоит. Прислали вот такую расходную накладную, все очень удобно, мы здесь все видим, что и почем. Итак, сейчас найду. Так, халат, толстовка, толстовка, полотенце, нательное белье, футер с начесом стоит 714 рублей. Я думаю, что две вещи вот в такого качества за 714 рублей, по-моему, очень-очень круто. Девочки, качество просто на высоте. Я очень, очень довольна. Просто класс.
Сейчас померяю длину брюк, потому что будет вопрос, я знаю, что он будет. И сейчас вам ее озвучу. Итак, померила я сантиметром, мерила вот прям вот от краешка, то есть резиночка вошла у меня, и до вот этой вот части у меня получилось 103 сантиметра. Это вот длина вот этих вот штанишек. Но я просто, теперь я спокойная, что мой ребенок не замерзнет. Сейчас у нас похолодало. Зима-зима идет. Я думаю, что эти комплекты будут востребованы. И по такой цене спешите, заказывайте. Классная вещь. Итак, следующий товар. Толстовка Сибирь. Как сильно сказано. Это действительно Сибирь. Опять для сына. Обратите внимание, какие удобные карманчики. Все тот же материал футер трехслойный с начесом. Теплая-теплая. Просто класс. Значит, я заказала 48 размер. Он был, ну, как бы меньше не было. И вот эта толстовка идет размер в размер. Я думаю, что сыну будет великовато. Вчера мерил Лешек на себя. Она, конечно, ему мала. У него где-то 52-54, наверное, плечи. А так вообще 50-52 размер. И она на него... Нет, он ее, конечно, одел, но мала. Думаю, что она идет размер в размер. Есть капюшон. Капюшон на такой вот шнуровке. 48 размер. Давайте состав материала посмотрим. Я думаю, что это 100% хлопок. Нет. 65% хлопок, 35% ПЭ. Что такое ПЭ? Ну, я думаю, что это какая-то, может быть, лайкра. Вот. Толстовка мужская, футер, трехнитка. Модель Сибирь. Давайте посмотрим, сколько стоит эта толстовка. Это, наверное... 1880 рублей. Нет, это постельное белье, простите. Так, так, так. Толстовка мужская, футер, начес. 1034 рубля. Я думаю, что это недорого. Пластмассовая молния здесь. Конечно же, на белое все цепляется. Тем более, фоном я сделала. Уже фон в работе. Так что не в защите, но толстовочка просто классная. Очень качественная. Но здесь, кстати, не резинка, а трикотаж, вот из которого сделана сама толстовка. Я имею в виду манжет у этой толстовки. Также сделан и низ. Разъемная пластмассовая молния. Ну, в общем, сегодня вечером позвоню сыну. Я думаю, что он будет доволен. Тысяча, сколько? 1034 рубля. Я думаю, что это хорошая цена для толстовки. Сзади все очень просто. Прямая спинка, ничего там нет. Очень удобные кармашики. Итак, дорогие друзья, остался комплект постельного белья. Но на картинке очень красиво. Я просто, ну не знаю, мне очень нравится сочетание серого с черным, но это классика. Ну и, конечно же, узор Шанель тоже, наверное, сыграл свою роль, чтобы я заказала именно это постельное белье. Потому что сейчас я вижу жакет Шанель в такой же цветовой гамме. Друзья, я сейчас его открою, но примерять на... кровати я не буду, поскольку это все-таки белье для деток, и мне бы не хотелось, ну, как бы уже его примерять на свою кровать. Сейчас откроем, посмотрим на качество, развернем. Ну и я думаю, что на картинке уже достаточно красиво представлено, и можно представить, как это будет смотреться на кровати. Значит, этот сатиновый комплект, это сатин, я заказала двуспальный евро.
Все размеры здесь представлены, и на сайте тоже можно посмотреть, какой размер там. Причем это белье начинается от полуторки. Вот видите, полуторный, дальше двуспальный, двуспальный евро, семейный и евро плюс, как я понимаю. Цена зависит, конечно же, от размера. Но вот этот размер, сейчас еще раз, чтобы не ошибиться, постельное белье твил сатин. Вот мы видим размер евро без резинки простыня. 1880 рублей. Сейчас я открою, достану и посмотрим на качество. Я только сняла пластиковую упаковку. Мне уже это нравится. Девочки, я потрясена. Я просто потрясена. Наверное, лучше текстиля, чем из Иваново, наверное, нет вообще просто нигде. Это просто класс. Но цена просто шикарная. 1880 рублей за двуспальный евро. Просто прелесть прелестная. Я не хочу особо, ну, как бы это все раскладывать, потому что мне сейчас нужно будет все это сложить, и чтобы дочь забрала домой к себе. Мне просто интересно, как здесь пододеяльник. Пододеяльник без молнии. Вот я вижу уже, вот она дырка. Но это не такой уж и недостаток. Смотрите, здесь вот такой вот. То есть здесь не просто прорезь, а здесь как в наволочке сделано. Видите? Вот такой вот запах. Это в пододеяльнике. Или это наволочка? Сейчас посмотрим. Может, я вру вам. Ой, ну как же мне не хотелось. Не хочется его все раскладывать. Но ладно, сложу. Сложу аккуратно. Вот это сейчас мы смотрим просто. Вы посмотрите на это чудо. Если бы вы могли ощущать мои вот тактильные ощущения, это класс. Ну вот он сатин. Его даже видно, текстуру, да? Классная. Просто класс. Это простынь. Наволочки здесь 40, наверное, на 60 или 70 на 70. Ой, большая наволочка. Но это меня не пугает. Можно завернуть. Но просто это высочайшее качество. Девочки, 1880 рублей. Где еще такое можно купить? Просто классно. Просто. Дом Трик, я вас обожаю. Благодарю за предоставленные товары. Мне все понравилось. Мне все понравилось без исключения. Эту посылку я назвала 5 килограмм счастья. Потому что весила она ровно 5 килограмм. Просто прелесть прелестная. Ну и вот. Вот такой пододеяльник. Кстати, можно картонку убрать, чтобы Анечке было полегче нести. Вот он этот узор Шанель. Кстати, вот вам, пожалуйста, еще одна идея, как можно носить жакет Шанель, что с розовым топом или с розовой кофточкой тоже будет очень классно. Просто класс. Просто класс. То есть, получается, пододеяльник, он двусторонний. С одной стороны вот такая, как простынь. Это изнанка. Ну, можно и на лицо использовать. А лицо вот выглядит вот так. Боже, какая красота красивая. Я и себе хочу такой. Очень классный. На кровать не стала одевать. Просто посмотрите, вот накинула на диван. Посмотрите, как это красиво смотрится. Это просто прелесть прелестная. Просто класснючая
постельное белье. Шик, просто шик, посмотрите. И да, хотела вам показать, почему я это все-таки все разложила. Здесь дырка без молнии. Вот единственное, что я бы здесь посоветовала пришить, это молнию. Но ее здесь нет. Просто прорезь. Вот так вот выглядит это постельное белье на диване. Но уж простите, на кровать не буду одевать, поскольку это не мое белье. Дом Трик, благодарю, огромнейшее благодарю. Я вам желаю процветания, потому что ваше качество товара просто зашкаливает. Итак, друзья, толстовка. Вот так вот выглядит она на моей доченьке, на моей красавице. Конечно же, нужно было на размер больше. В принципе, она как раз, напомню, что это 46 размер, 46, но я думаю, что 48 было бы лучше. Анечка, повернись немножко бочком к нам, что ли. Ну, вот как-то вот так смотрится это чудо. А если капюшончик одеть, капюшон здесь маленький, но зато не будет спадать. Вот так вот. Вот так вот выглядит. Ну, очень приятная к телу ткань и очень-очень теплая, очень комфортно и уютно. Не помню уже, сколько я говорила, сколько она стоит, но классно, классно вообще. Ну и осталось нам примерить халатик, который Анечка выбрала. Друзья, вы посмотрите на это чудо. Мы даже не стали снимать джинсы. Анечка говорит, я замерзла. Не знаю, что ей так холодно в доме. Но вы посмотрите, какая прелесть прелестная. Вот халат как раз, но это 48 размер. Ну уж 46 точно у Анечки. Я думаю, что на размер все-таки нужно заказывать больше. Все работает, молния работает. Вот такой капюшон. Вот такая длина. Ну-ка, один капюшончик. Знаешь, как приятно выйти из ванны и одеть капюшон. У меня практически все халаты с капюшоном. Ну, класс. Просто класс. Я думаю, что по улыбке Анечке нравится. Правда? Хороший. И карманчики, и длина. Мне, конечно, длина такая не пойдет, но и халат молодежный. Молодежи дорогу вперед. Дом Трек, еще раз благодарю. Все товары просто класснючие. Сейчас поближе еще подойду, покажу. Но здесь очень короткая махра, но он тепленький. Я думаю, что вот для зимы просто прелестная. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний обзор. Еще раз благодарю интернет-магазин Дом Трик. Зайдите обязательно. Все ссылки на все товары я, конечно же, оставлю. Товары просто по очень привлекательным ценам. Рекомендую. Еще раз Дом Трик благодарю. Спасибо за то, что предоставили эти товары. Ну а с вами я прощаюсь, всех люблю, обнимаю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова, моя доченька Анютка. Пока-пока.